Тематический урок «Россия, устремленная в будущее» прошел сегодня в школах страны. В День знаний с учениками поговорили о перспективах развития страны, внешней и внутренней политике, государственной безопасности и патриотизме. Один из таких уроков провел и глава Чувашии. В учебном корпусе Чувашского педагогического университета, где проходил открытый урок, собрались будущие педагоги и учащиеся столичной гимназии номер 5. Школьникам и студентам необходимо четко осознавать свое место в современной России, ясно представлять свое будущее. Для того, чтобы мы жили в мире и согласии, для того, чтобы была всегда стабильная общественно-политическая ситуация, мы должны любить свою страну, где мы родились. Мы должны любить свою землю, своих родителей. Уважительно должна относиться к преподавателям, к старшему поколению, ну и даже просто к друзьям. Вот если мы не будем это делать, конечно, мы будем слабее выглядеть. Вот сегодня Россия на мировом уровне поднялась на такой уровень, что с нами, с гражданами Российской Федерации, все страны считаются. Всего по стране урок «Россия, устремленная в будущее» прошел более чем в 1000 школ во всех регионах. Участие в уроках приняли более 150 тысяч человек.